Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И тем плод бессмертия нам даровать, сам и ныне плодный сей виноград благослови, и нас, рабы Твоя, вкушающая Его истинного винограда, причастники, сотвори неврежденную жизнь нашу, сохрани, и мир нам всегда даруй вечными Твоими неотъемлемыми дарованиями, жизнь нашу упроси, молитвами и чистой Владычицы нашей Богородицы, и Преснодева Марии, всех Твоих святых, от века Тебе благогодивших, яко благой человека Тебе с Бог неси, и Тебе славу высылается изначально. Отцу Своите народу Твоим сынам есть пресвятым и любимым животворящим Твоим Богом и Иисусом и во веки веков. Лежащие благовестия Словом Твоим, молимся Тебе милостью человека любим, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Иси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне присуно и во веки веков. Благословляется, освящается виноград сей благовестия, окропление в Одессе священного лица и сына Господа.